Один человек пострадал в результате столкновения двух автомобилей на пересечении улиц Восстания и Кулахметова. Там столкнулись Toyota Avensis и Lada 14 модели. По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля решил повернуть в неположенном месте с места аварии на Фесаминязова. Нарушил правила, налево поворачивал, а я прямо ехал. Здесь поворота нет левого. Поворот запрещен, однако водителя «Лады» это не остановило. А водитель иномарки рассказал, ехал с улицы Кулахметова в сторону Васильченко. На перекрестке на разрешающий сигнал светофора хотел проехать прямо. Однако не смог, ведь дорогу ему преградил отечественный автомобиль. Я по тормозам правую сторону не смог, все равно зацепил его. Предотвратить аварию, говорит, не получилось. Не хватило ни времени, ни расстояния. Удар пришелся на переднюю часть иномарки и правое переднее колесо 14. В результате столкновения пострадал водитель последнего автомобиля. По словам очевидцев, он жаловался на головную боль. На место ДТП прибыли медики. Однако от госпитализации и от какой-либо помощи молодой человек отказался. Пассажиры и водители иномарки же от получения серьезных травм спасли сработавшие подушки безопасности. Исходя из полученных повреждений автомобиля, им понадобится помощь эвакуатора. Предполагаемый виновник аварии, водитель отечественного автомобиля, от комментариев отказался. Однако, со слов второго участника ДТП, водителя иномарки, свою вину тот молодой человек признал полностью. Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.